Ага, ленточек для бескозырок, понятно. Ругань, ругань. Так, что у нас здесь? У нас здесь сокровища в катакомбах. Катакомбы вот-вот откроются, но вы можете заглянуть в них уже сейчас. Попробуйте выполнить задание раньше соперника и опередить его в гонке за сокровищами. Выбираю класс, судя по всему, деку не составляю. Ну, давайте начнем с классического... С классического мага. Кого я больше всего люблю, конечно же. Кого Магусю люблю, конечно же. Здравствуй, босс. Здравствуй, Августин. Ай, чаек хорошо идет. Что, друзья, как сами? Как сами? Как настроение? Я вчера много делал дел. На самом деле я как бы больше вчера делами был занят, нежели чем отдыхал. Вот, но я и отдохнул очень хорошо. У меня был дневной сон, представляете, в кои-то веки. Вот, и я очень хорошо отдохнул и готов просто нагибать. Я понял, что не так вообще со мной, с игрой в Hearthstone. Почему я сдал в последнее время. Я все понял, все исправлю. Лучше скажи, какой ты сегодня? Какой ты хотел спросить? Так, у него Молчезар. Очень мило. Тот, кто первым выполнит задачу, сможет получить преимущество при поиске сокровища. Так, поход в катакомбы. Задача разыграть вместе с противником 7 существ. Награда больше... Вместе с противником 7 награда. Большие сундуки для обоих игроков. Ага, поход в катакомбы одновременно у нас закроется. Это очень здорово. Узри подвластные мне легионы. Так даже торопиться вообще нет. Нет смысла никакого. Просто вполне нормас. А, да, париться не буду, просто лаки медио и хорошо. Так, йо-йо-йо, бро, удачных каточек. Здравствуй, Гобчик, добро пожаловать. Особенно в КС. А, ну в смысле, в КС я тоже поиграл, да. Хорошо поиграли в КС, если бы не дисконнект, было бы даже нормально. Ну, конечно, соленый ошибся с этим, с тем самым. Так, хотим ли мы... У меня, скорее всего, Косакос будет работать, поэтому я, честно говоря, как-то, может быть, даже Петруху бы сделал. Хотя, ладно, пусть будет Керентор нормально, никаких проблем. Так. По сути, как бы, когда сделаю последнего юнита, надо сразу сокровище будет... триггернуть, это надо будет как-то готовиться к этому. Синопал Агнеус. Так, сейчас в идеале бы лучше пингуську потратить, чтобы этого чувака закрыть. Поэтому начинаем с петроглифа. Раскол, конус холода, огненная глыба. Даже не знаю, честно вам скажу. Конус холода, раскол, это я как бы вообще комбо могу иметь. Такое забавное. Мне нравится идея с конусом холода. Погнали. Немножко замедляем игру. Тут такая ситуация, что у нас у обоих 4-7. У нас у обоих 4-7. Это говорит о том, что... Как бы третьего юнита отсюда кто поставит, тот, собственно, триггернет. В идеале это надо быть самому. Так, здесь ледяной лем, здесь еще есть три. Я да, торопиться-то некуда. Торопиться-то некуда, можно пока контролить стол, и все пока будет восхитительно. Яйцекрат. Сумеречный пиромант. Ну да, мне нравится этот ход. Он пока при хиле. Так, 5/7. Квест бесконечен. Бесконечен? А вы что-то много выходных в последнее время, может отпуск возьмешь? Не, Devil Freak, это все рабочие выходные. У меня сейчас просто началась канитель, которую я не могу игнорировать, она очень важна. Так, белый конь. Конь. Значит, кто следующий поставит юнит, а тот, собственно, триггернет сокровище. Мне кажется, что наше время настало. Так, у меня большой сундук стригнулся, и у него большой сундук. Опа, у него 0.4 большой сундук, заметьте. А почему он у него битый? Так, волшебная палочка, это прям восхитительно. На самом деле ее надо сразу разыгрывать, у меня сколько карт? У меня 8. Будет 7, я сразу все 3 смогу сыграть. Шулер Гензи, Арканолог и Старых Меливар. Опа-це. Слушайте, это прям вообще кайф. Эту штуку я забираю, Шулера Гензи сыграю, Арканолога. Это я даже играть не буду, это полная фигня. 9 карт, идеально. Идеально, ребят, хорошие, хорошо сыграно. Ты завершил квест, потому 0-4. Очень здорово. Очень здорово.
Шикарно, просто шикарно. Биты от того, что ты триггернул. Да, я понял механику. Просто это, видите, это здесь нигде не указано, поэтому я не знал, что он будет битый. Это очень приятная, приятная штука, потому что... Просто вот, как бы, вот, азъесим. Так, теперь бы в идеале... Надо, короче, как-то красиво сыграть, а как не очень понятно. Заметьте, Казакус без зеленки, это говорит о том, что... Так, 5/7, то есть если я сейчас кину двух юнитов, то у меня уже снова будет... Снова будет квест, который я, собственно, триггерну. Мне, в принципе, пофигу на квест, мягко говоря. Забираем себе квест. Ну да, товарищ ушел. Ну а чё нет-то? Чё нет-то, он обобран. Так, выйдет середина декабря. Ой, какая прелесть. Уже дали новый покеан, как приятно. Так, шикарно. Ну, давайте попробуем другим классом. У меня, кстати, какие квесты у меня сейчас? Какие квесты? Шаман, тактик, мастерство мага. Вот так. Тактика мулигана, мастерство воина. Можно как раз-таки воином или шаманом поиграть. Вообще то, что нужно. Так, потасирование. Потусуем по-любому. Так, мастерство воина, мастерство шамана. А, пофигу, погнали шаманом. Идеально, дорогие друзья. Так. Господи, это же изи додумать, почему он битый. Ну, в смысле, изи-то изи додумать, и это вполне очевидно, что из-за того, что триггернул я квест, а не он. Проблема в том, что этого нигде не указано, а это плохо. Это должно быть не то, что очевидно, это очевидно. Это должно быть просто записано. Это концепт карточных игр. Разногласий быть не должно. Ты должен читать картон и все понимать. Молния в стартовую руку нужна? Честно говоря, мне кажется, что нет. Как-то это лишнее, по-моему. Какой у тебя IQ? Я давно не использую ICQ. Упал паук друида Лего, который резает таунтов. Я тут подумал, изи же плюс 400, а ты как считаешь? А я считаю, что это Лего на вырост. И я думаю, что в будущем она будет сильнее, чем сейчас. Потому что, как бы, у самого Хадранокса реально очень мощные показатели, если ты можешь его быстро и грамотно использовать, да, хоть там с нейчерализом, то нередко ты можешь иметь очень мощный стол. Как бы, конечно же, это не инзот, но щито поделаешь. Так, пока что тотем, СПДХ, пока не очень здорово. У меня есть Калимос, у меня есть Элементаль, что-то могу поделать. Написали, что тот, кто выполнит квест, получит преимущество. Разыграйте вместе с противником, всем случае, награда... Большие сундуки против обоих игроков. А, это когда там типа в начале. Ну да, я невнимательный, что я могу поделать? Без разницы. Вот на это обращать внимание даже нет смысла никакого. Такие вы. Агрессоры. Так, эволюция пришла. Оно мне надо? Честно говоря, не очень-то и понятно, надо ли оно мне. Я могу сделать тройку, из этого будет двойка, из этого будет четверка, из этого будет четверка. Мне это, в принципе, не то чтобы супер нравится. Так, я могу также разыграйте существ. Хорошо. Кстати, я могу эволюцию оставить на свой... Сегодня арена Дейси? Не, сегодня будет арена. Мы сейчас играем потасовку, наверное... Я не знаю, до первого поражения. Потом мы сыграем констракты до первого поражения. И после каждого поражения мы будем уходить на арену. Да, сегодня у нас частично арена дэй. БДТВ скоро патч накатят, не переживайте. Конечно же, это временное. Конечно же, это временный косяк. Скоро накатят патч, и все будет шикарно.
Просто изи-пизи, лемон-сквизи, как старый добрый. Приветствую тебя. Надо подумать. Так, мало исцеления. Ну, это фулл арена дэй. Ну, практически фулл арена дэй, да. Так, 2-5 есть. Я могу его фокуснуть? Нет, фокуснуть не могу. Несоство ветра. Сколько у тебя карт? Если я сейчас поставлю, то у тебя там останется 2 карты, чтобы ты сразу... Ну, вот, кстати, меня вот это мало пугает. Мало пугает, потому что если он сделает 2 карты, то, скорее всего, даже я буду иметь преимущество к сундуку, чем он. Потому что у него будет 0-4, который он добить пока что не сможет. Веселый вурдалак, судя по всему, он... А чего ты так-то играешь, дорогой друг? Максимально, по-моему, дегенеративно получилось. Так, хорошо. Я хочу сделать эволюцию. Mutation. It is the evolution key. 0.8 мы как-то боимся. Ну, вообще, как бы его, да, его бы просто как бы сразу как-то бы взять. Ну, давай тогда я... давай посмотрим, что мне принесет игра. Вот так вот. Угу, она принесла мне кубок. Кубок, 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 кубок. Кстати, призрачные когти у меня будут на 3 бить. Так, здесь спокойнейшим образом убиваем... Убиваем 3-3. Здесь, наверное, нас больше интригует вот убийство вот этого чуда из чудес. Здесь в лицо, потому что я добить не могу. И эволюционируем всю нашу борду. 7-8 таун Ширазин. То, что надо. И я... 2 ната пегла. 2 ната пегла на самом деле мертвяк для меня. Почему? Потому что кубок Толина заполняет мою руку. То, что надо. То, что надо. Второй пошел. Давайте варом сыграем. Так, чисто пополируем квест. Если мне сейчас предложат шамана на арене, я, наверное, постараюсь шамана взять. Вара точно брать не буду. Если только овер слабого класса, то есть как бы там какой-нибудь альтернативный шаман. Так, ваш противник. Ну-ка, удиви меня. Макарчук. Так, скрытный убийца, оживленный берсерк, кузня душ. Нифига себе. Так, изучение Унгора точно нет. Кузня душ еще куда не шло. Оживленный берсерк. Сойдет. Наверное, моя дека развернута под энрегу. Так, арканитовый жнец. Нормально. Можно, в принципе, как-то сыграть даже. Так. Так, секрет паладина. Неинтересно. О, похитительница душ. Ведь не страшно. Давай вот, ты даже хер, даже репортинг for duty. Так, все оружие у вас в руке и колоде получает +1/+1. Офигеть. Пофигу совершенно. Если у него сейчас окажется у меньшака хэпаки. Ука за ока, господи Иисусе. Ты это реально сыграл? Охренеть, не встать. Охренеть. Охренеть, ребята. Гразимазин стал королем. Отец. Гразимазин, спасибо тебе большое за поддержку. Вот тебе брофистище. И обнимашки. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемый. Спасибо, спасибо, спасибо. Я рад, что ты поддержал. Это очень приятно. Так, ну мне, кстати, нравится похитительница моя душ, потому что... Нам надо будет именно... пушкой принимать на самом деле. Грожимажин. Грожимажин. Спасибо тебе, родной. Спасибо.
Ты у нас подписался через Twitch Prime, если он бесплатный, помни, что тебе положен один трек. Если платный, то два прям. Прямо, ах, разгуляться можно. Кстати, Ультис, конечно же, Дадгер from Russia. Не забывайте, что... Ага, Пискипер на Вурдалака. Вот оно что. Вот оно, как заговорили. Так, если я сейчас... если я сейчас сыграю... Так, ну это опасно. Это опасно, и мне это не нравится, поэтому я сделаю орбитого жнеца. И здесь плодану еще одного Вурдалака. Аль, подчеркивание, Эскью стал королем. Отец. Ал Эскью, спасибо тебе большое. Вот тебе, брофист, еще. И обнимашки. Добро пожаловать в семью, родной. Надеюсь, ты с нами не на один месяц. Кактух, привет. Привет, Кактух. Здравствуй. Приветствуем тебя, человек. Так, Анпасан. Анпасан нас пока не нужен. 2-6. Плохо ставить овер 6-6. Но зато я могу, в принципе, куда быстрее триггернуть сокровище. И это восхитительно. Хорошо. У меня золотой кобольт. Кстати, мне вполне не нравится нынешняя рука. Я бы ее даже замулиганил. Пуркуа бы и не по. Белый конь. Конь, конь, конь. А очереди еще нет? Еще пока нет. Хочешь заказать? Будешь первый. Так, 6-4 пронесем, 4-4 не пустим. Командир Аван... Провокация, боевой клич. Так, заменяет ваши карты, ваши руки легендарными существами. Так, ну мне нравится идея с провокацией. Мощный удар вперед хотим сыграть или нет? Хочу отметить, что если я сыграю Кузню Душ, у меня будет на одну легендарную карту больше. Но эта легендарная карта будет за место Пух, который сейчас получили баф. Мне это не нравится. Наша. Это нравится. Клинок из лавы меня мало интригует, поэтому вот так. О! Дробитель. А это неплохо. А это неплохо, пока у него сдерживание на подкрепление и же с ними. Larry Chance, The Earls, Never. Принято. У тебя там может не быть пушек. Э? Как это? Ну это вряд ли. Это вряд ли. Это было слишком романтично. Ты нанес за 5 кристаллов один урон. Мне кажется, что это победа за мной. Да, так и оказалось. Ну, в общем-то, поиграли, ребят. Поиграли в потасовочку. Какая-то потасовка напоминает сериал Stranger Things. Странные дела, конечно же. Пацаны просто не одупляют, какого хера происходит. Так, план на игру какой? Идем в Constructed, берем Биг Друида до первого поражения, после него на арену. Погнали. Погнали.